Итоги работы за минувшие 9 месяцев этого года подвели в управлении МВД России Пушкинское. С докладом о ключевых результатах выступил исполняющий обязанности начальника штаба Роман Клепнев. По его словам, в сравнении с таким же периодом прошлого года количество преступлений в округе сократилось. В частности, определенных результатов удалось достичь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Так, за вытекшем периоде сотрудникам МВД выявлено и пресечено на 16,2% наркопреступлений больше, чем за 9 месяцев 2023 года. Фактов сбыта наркотиков выявлено на 39,5% больше. Из незаконного оборота изъято более 23 килограмм наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 21,1% больше результатов 9 месяцев 2023 года. Улучшилась и общая картина по раскрытию преступлений. Сохранена 100% раскрываемость умышленных убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, случаев хулиганства и противоправных действий с применением оружия. Фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, IT-преступлений, в том числе мошенничество, наркопреступлений, включая сбыты, преступления в сфере миграции, незаконного оборота оружия, а также двойной превенции. На совещании также отметили особо отличившихся сотрудников и поздравили тех, кто получил повышение в звании. От имени главы городского округа Пушкинский Максима Красносветова его заместитель Юрий Гордеев наградил благодарственными грамотами старшего следователя Следственного управления Юлию Михайлову и инспектора по контролю за исполнением поручений ГИБДД Светлану Кузнецову.